Итак, наступил долгожданный день драфта для фанатов Cleveland Browns. Соня, надеюсь, ты меня слышишь? Ты менеджер этой команды, у тебя есть шанс исправить... Привет, Том. А, Сани, Сани. Каждый год кто-то выходит отсюда понорый, как осел. Слышишь? Да. Вот у меня чувство, что таким ослом будешь ты, если не обеспечишь нам сделку. Поговорим о драфте. Нужен результат. Если ты его не добьешься, я приму меры. Я уточню, это угроза увольнения? Твоя задача — тренировать команду. Вдалось и по-другому? Вот именно. Там побеждают. До хрена! Почему награды за рекордное количество побед — жалкий перстень? Фильм Айвана Райтмана. Поговорим о футболе? В любое время. Хочу команду мечты. Хоть раз. Ты умеешь видеть лучше других. Ну-ка, отмотай на начало. Вот что я в тебе люблю. Главное, что думаешь ты. Пиши свою историю, Санни. Я собираюсь вернуть команде будущее. За дело! Этой весной. День драфта. Историческое событие. 224 спортсмена станут игроками Национальной футбольной лиги. Доверьтесь профессионалам. Бо Каллахан – железный вариант номер один. Предатель. Я действую в интересах команды. Можно действовать по правилам. Вот аналитика для драфта, которую мы готовили 2 месяца. Творить историю. Я провел обмен с Сихокс. Саня, ты там про будущее говорил? Ты обменял корову на волшебные бобы. А какого черта весь мир уже об этом знает, мам? Так я твитнула. У тебя есть твиттер? А у тебя нет. Обожаю делать первую ставку. Кто бы сомневался? Для Cleveland Browns время пошло. Пора, босс. Ждите. Кого возьмете? Ну так что, кого берешь? Ах ты, сукин сын. Дай мне 5 минут и потом увольняй. Том Майклс на связи. Саня, у нас 6 на обмен. Я ухожу, Санни. Постой, смотри дальше. Тебе понравится. Мир замер в ожидании, пытаясь понять, что задумал менеджер Cleveland Browns Санни Уивер-младший. Вы не поверите. Заключаем сделку сейчас. Я жду ответа. Какое напряжение? Все, предложение снимается. Постой, постой. День драфта. Ты сумасшедший. Это я уже давно доказал.